Начнем, пожалуй, с ЦТ СССР. Уже играет знакомая музыка, я знаю. Чё, блин? Почему здесь только комиксные цвета? Ну что, типа США, а не СССР? Точнее спрашивайте, почему вся заставка в комиксах? Почему здесь часы только на офисе, а не на дома? Ну, лучше поснимите дома, пожалуйста. По-моему, у создателей ЦТ СССР нету дома. Можно, пожалуйста, добавить другую музыку? А хотя в СССР всегда такие музыки. Но так, пожалуйста, не говорите, что это типа того-то. И почему здесь часы от неизвестных каких мест? Лучше, пожалуйста, или так это было задумано, ведь не было же монтажа. Вы чего? Хоть и слава богу пофиксили. Только одна проблема, то что нету музыки. И почему здесь одинаковые строчки? Почему здесь знакомые знаки? Я не понимаю, типа. И тут опять текстуры, возможно, яркие. Название телеканала. Может, просто добавить вместо этих палочек цифры, чтобы все понимали, что это часы. Поначалу казалось, что это музыка похороны. Чё с графикой, блядь? По картинке и вообще нету ничего. Нет. Дан-дан-дан-дан-дан-да-да-да-да. Это что за извращение было? Это первая программа, либо ТВ СССР? Я не понял. Почему здесь был кадр из второго программы, по типу как «Россия-1»? Я не понял. Ну, даже вы сами понимаете, что. Ай, как громко-то! Прикиньте, на Первом канале в 90-х годах была 3D-графика. Только соцените еще раз. Зачем так объяснять, если мы все поняли? В эфире телевидение Останкино. Может... Простите, не хочу вас напугать. Чуть-чуть опоздался! Или я так мало говорю, или почему? Хоть на следующем профилактике-то и додумались. Делать русский шрифт, а не как на белорусском, как это... Я нашел какое-то видео, где было написано, что скрывает конец эфира Первого канала Станкина. Давайте посмотрим. Без лишних слов мы начинаем. Сегодня про теорию. Конец эфира, Первый канал Станкина. Он, наверное, скажет, что тут все крипота будет, возможно. Видео, потому что вы ничего не поймете. Готовьтесь, через 5 секунд будет видео. 5, 4, 3, 2... Ну я это уже смотрел. Погнали. Ну да, я это уже смотрел. Можно перемотать так спокойно. А еще убавлю звук. Ночи. Те, кто не спит, то говорят спокойной ночи. Это может быть не захалкой спокойной ночи,
Малыши либо не знают. А как тебе отсылка на это, на этот конец эфира? Как вы думаете, какая музыка понимает к отсылке? Ну, возможно... А знаете, какой правильный ответ будет? Это понимает... На музыку это понимает отсылка к игре Sonic CD на Sega Mega Drive и китайской версии. Нет, блин, это второй. Интересный факт, то что на первом канале Астангеда было слишком много отсылок. Фу, боже, черно-белое. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну, сейчас будет реально крипота. До встречи. Покойся с миром. Логотип ОРТ. Не, ну это очень смешно. Зачем показывать галактику, если, ну, если в космосе нечем дышать? Лола, почему на часах нету музыки? И почему здесь сниматься не в офисе, а в годе? Это же должно в офисе быть. В итоге ляпов было где-то 30 ляпов.